нужно быть осторожнее.
сегодня с нами. Если узнаю, пощады не жди. Hey!
сломаю.
Повтори-ка. Ты слышал? Мне нужны яйца. Гадючие. А то эти твари не уйдут. Я пришла сюда первой и прогоню их отсюда, если только ты добудешь мне яйца, гадюки. Я не собирался сегодня дразнить змей, но все может измениться. Награда, да, я понимаю. Принеси мне яйца, и ты ее получишь. Да! О, еще больше яиц! О, так намного лучше! Уже скоро! Да, я чувствую! Еще яйца! Да! Я знал, что пожалею! Меня чуть наизнанку не вывернуло. Вот бы взглянуть на переполох наверху. Где награда? Я сейчас задохнусь. Пожалуйста. Ну, неужели тебе не понравилось, как я пускаю ветры? Да меня унесло. Ah!
Подними кубок и лишись серебра!
Здесь мне точно не рады. Только с той стороны. Сюнин, разведай местность. Что сегодня предложишь? Thank you.
Битва ждет тебя. Мне уже пора. До встречи. В бою это пригодится. Thank you.
тебя приберегла. Покажи-ка, что у тебя тут продается. Много не бывает. Идеально. Нет, правда? Очень мудрый выбор, Эйвор. Ты найдешь этому применение. У меня ведь еще такое есть. Только дурак это не купит. Я всегда рада с тобой торговать, Эйвор. Это все? Мне пора. Увидимся. Надеюсь, скоро... Что сегодня предложишь? Все, ничего больше не нужно. Мне уже пора. До встречи. Слав... Эйвор, ты видел Воллиса? Петра, что случилось? Мой брат.
Он должен был вернуться еще давным-давно, но его все нет. Обычно он так не поступает. Я хочу разыскать его в лесу, но боюсь, что одна не справлюсь. Поможешь мне? Вдвоем будет проще. Идем. Есть идея, где лучше начать? У Питерборо. Там он покупает припасы для работы, а иногда разбивает лагерь у перекрестка на полпути. Пройдем по его пути. Надеюсь, он не наделал глупостей. А с ним такое бывает? Нет. Потому-то я и волнуюсь. Ты же помнишь, как мы его нашли? Помню. Белый олень привел тебя к брошенному младенцу. Рука судьбы. Вот именно. Будто так его передали от одного защитника другому, словно дитя среди тростника. Ты видишь, Сюнин? Вон там. Может, он расположился где-то рядом? Если так, должны быть следы. О, нет. Эйвор, иди сюда. Инструменты. Если они принадлежали Валюсу, зачем он вынул их здесь? Ведет под землю. Неизвестно куда. Будем осторожны. Петра, посмотри ему в глаза. С ним точно что-то не так. Что-то знакомое, но вспомнить не могу. Точно не запах смерти. Пахнет даже немного приятно. Это, верно, одежда Валюса. Штаны мокрые. Похоже, обмочился. Здесь кого-то ранили.
Думаю, ножом. Что ты нашла? Я видела Эйвор. Он был совсем рядом. Воллес? Белый олень. Тот, что много лет назад привел меня... Петра, где же ты? Эйвор, сюда! Я тут! Петра! Ау! Мимер, помоги. И она пропала. Покажи мне все. Петра! Покажись! Уже темнеет! Олень. Он знает, где Петра. Мне жаль тревожить тебя, господин. Эйвор, рад видеть тебя. Ты то о таком рассказывала Петра? Ха-ха, конечно. Взгляни на меня. Надеюсь, ты сможешь мне помочь. Петра потерялась. Мне нужно найти ее до заката. Нет, нет, Петра не потерялась. Она рядом, совсем рядом. И ждет тебя. Иди за мной. Значит, ты хранитель этого места? Хорошо ли тебе живется? Тут, среди холмов и долин Мерси. О, вполне терпимо. Я ем. Нетерпимо. Я ем, сплю, забавляюсь. Мне всего хватает, и я наслаждаюсь каждым мгновением. В общем, неплохо. А что это вы с Петрой делаете в лесах? Может быть, охотитесь? В каком-то смысле. Мы ищем ее брата, Воллеса. Она прождала его весь день. О, ничего себе! Где же он может быть? Вот уж точно, где? Ха! Петра рядом? Боюсь потерять ее. Вот только что была здесь. Что? Что происходит? Мне пора. Сейчас, немедля. Прочь! Во владение Сутунга! Что вы сделали с Петрой? Что вы сделали с Петрой? Отвечайте!
Я здесь. Я выбью из них ответ, Петра. Я узнаю правду. Я найду тебя. Эйвор, я ни к чему больше допрашиваю тушу. Да. Прости. Да. Его след ведет туда. Петра, я встретил твоего друга, белого оленя. Но он исчез, прежде чем я нашел тебя. Он явился тебе. Ненадолго. Я говорил с ним, а потом он растворился в воздухе. Жаль, если честно. Он мне понравился. А, смотри. Какой странный сейт, Петра. Где ты?